Свинокомплекс «Шуваевский» в Емельяновском районе рано записывать в должники. Об этом журналистам рассказал министр сельского хозяйства края Леонид Шорохов. Напомню, последние два года предприятие вполне спокойно выплачивало кредиты, но все изменилось как раз в 2013-м. За последние три месяца свинокомплекс просрочил выплаты. В итоге задолжал крупнейшему банку страны около 15 миллионов рублей. Но сегодня же, как заверил министр, эту задолженность предприятие начнет гасить. Я считаю, что блинзавод «Шуваевский» на фоне других специализированных предприятий довольно-таки, благодаря, наверное, разумной, сдержанной политике руководства предприятия и той государственной поддержки, которая существует на территории края, сумел по минимуму, с минимальными потерями выйти вот из этой ситуации. О пьяном...